Из нашего села корову, что я продал, уводят сквозь туман. Из зала, где мастер показал прием, увозят трупы. Приветствую вас, бицухи стрекозы! После этого видео вы будете настолько смотивированы к занятиям спорту, что больше никто и ничто в этом мире вас не сможет остановить. Ну, разве что диван. Братва, инвентарем поддарился. Теперь развольте всегда. Сука, даже не попадаю. Ха. Ни хрена себе. Вот это шарик. Эх, как! Так вот всегда бить приходится. Человек, который тебя обижает. Ну что, смотивировались к спорту? А я же вам говорил. Ведь в спорте главное перебороть свою лень и начать. А дальше продолжать, даже если не получается. Ведь со временем все обязательно получится. Прямо как у мужиков из следующего видео, которые отрабатывают феноменальный проход в ноги и защиту от него. Кто долго запрягает, быстро едет. Прямо как эти двое представителей древнего искусства водо-карате, которых уже боится все UFC. Ведь эти тигры тренируются в любых условиях и отрабатывают невероятно эффективный проход в ноги под названием «Крот прыгает в нору» и еще более эффективную защиту под названием «Дикий всадник, обуздавший ишака». Бывает, в голову придет офигенная идея, но она никак не может найти мозг. А следующий мастер эти мозги таки всем выбивает, причем без разбору. Как не нужно искать теленка под быком, так и не стоит пытаться осознать мощь мастера, которому достаточно одного касания к любой части тела, чтобы дерзкие и неверующие ученики отлетели к праотцам в поисках мудрого совета. Мне даже страшно представить, что этот тигр сделает с гопниками на улице, ведь там не будет бригады спасателей, чтобы сразу всех откачать, как в зале. Бывает, смотришь на человека, далеко не дурак, а вблизи полный идиот. А бывает, смотришь на мастера и понимаешь, что он реально классный гений, который дает нам невероятные техники от самых страшных врагов. На каждый горшок найдется крышка, а против каждого гопника с палкой найдется прием, прямо как этот. Благодаря мастеру мы наконец-то сможем познать очень гуманный способ защиты от любого гоп-стопа. Ведь раньше мы могли только убивать касанием, а сейчас сможем нежно обезвредить. Конечно, я не знаю, насколько этот прием поможет против соседа с кочергой, который выбежит во двор отхерачить вас по спине, когда вы невинно будете жрать его черешню и складывать яблоки в оттянутую футболку. Но можете попробовать, все-таки техника не смертельная. Толстые женщины хороши зимой для тепла, а летом для тени. А есть приемы, которые очень хороши для повседневной жизни. Какие именно, я сейчас покажу.
Гениальные мысли приходят через простые вещи. А лучший момент для генерации этих мыслей, конечно же, уединение с белым фарфоровым другом. Но очень часто в такие моменты постоянно кто-то мешает. То жена взламывает дверь, то детям срочно приспичило, то собака дерется. Так и хочется использовать на них какую-то технику, не вставая с горшка. Прямо как этот мастер. Спасибо тебе, друг. Теперь я без боя место силы не покину. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, какой спортинвентарь вы заказали, пока смотрели видео. Пика! Раз, два, три. Это биомеханика эффективных движений. Ее знать надо. Как бы не отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хоба! 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 Вот так. Квадрата одна, да? На дистанции. Короче, я вот что делаю? Хлопаю, вырываю ключицы, это ключица, выбиваю голос. То есть вот так вот это выглядело. Обмазывающий стиль. Аджан! Атака слева! Атака справа! Атака слева! Атака справа! Это называется лебедь. Наше упражнение, секретный комплекс упражнений по левитации. Старайтесь эти упражнения, значит, не светить нигде. Шарики солнечные. Стайл. Какой идиот будет вот так вот на раз идти? Нет, в атаке на бегу, да. Вот я стою на дистанции. Успевайте. Успевайте. Успели? Хоть один раз из 10. Ничего не успевайте, это убит.